Всем привет! Сегодня мы отправились на третий международный фестиваль искусств «Вдохновение», который проходит в парке, в музее-усадьбе Останкино. Здесь очень много народу, мы пытаемся найти то место, где все это будет происходить. Сейчас у нас на часах около 10 часов вечера, естественно. А все должно было начаться в 9, ну, по крайней мере, так указано. Сейчас мы найдем это место и посмотрим. Всем приятного просмотра. Все дружно идем за толпой. Сначала маршрута налево, затем направо, в белую светящуюся арку. Вот мы подошли ко входу. Вот эта светящаяся арка, которую вы видите справа, это начало маршрута. Ну что, вперед. Мы только что вошли, находимся в центральной арке светящейся. Вот, мы прошли арку и зашли на территорию фестиваля. Thank you.
вот, мы обошли всю территорию фестиваля вдохновения, получили просто классные ощущения, это пребывание в сказочном лесу, со звуками, все это очень оформлено, достаточно большая территория. Единственное, что очень много людей. Ну, сегодня суббота. Основная моя камера разрядилась, поэтому пишу на телефон последние кадры. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем до скорых встреч!